рассматривается дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Шевчука Юрия Демьяновича. Прошу секретаря положить заявку. Судебное заседание или защитник или вдруг действующий на основании ордеров, представитель МВД России Ермолаев, действующий на основании доверенности. Судебное заседание не явились. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, Шевчук, они времени судебного заседания извещен надлежащим образом. Также в судебное заседание не явилось должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении Камалова. Они времени судебного заседания извещено также надлежащим образом. В адрес суда поступили заявления о обращении представителей редакции средств массовой информации журналистов, выразивших желание присутствовать в судебном заседании, осуществлять фото, видеофиксацию, видеотрансляцию открытого судебного разбирательства. Есть ли возражения по поводу видеосъемки, фотофиксации, видеотрансляции? Уважаемый, поскольку судебное заседание открыто, полагаю возможным предоставить возможность средств массовой информации осуществлять видео, аудио и фотосъемку. Нет возражений. С учетом мнения сторон, совещаясь на месте, с учетом прав и законных интересов участников процесса, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 года, номер 35 об открытости и гласности судопроизводства и доступе к информации о деятельности судов, судья приходит к выводу об удовлетворении заявления на ведение фото- и видеосъемки, видеотрансляции открытого судебного разбирательства. Вместе с тем, с целью соблюдения порядка проведения судебного заседания, фото-видеосъемки, видеосъемка, видеотрансляция допускается участников процесса, подготовительной части судебного разбирательства, оглашение итогового решения. Оглашается определение. 5 августа 2022 года судья Советского районного суда города Уфы Республики Башкортостан Егорова рассмотрел адвокатство Шевчука Юрия Юлиановича о передаче дела в обязанности внести в Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга установил. Шевчук привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за то, что 17 мая 2022 года по адресу Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, 114, универсальный спортивный комплекс Уфа-Арена, осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Судебное заседание Шевчук не явился, предварительно направив ходатайство о передаче настоящего дела в Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Судебное заседание защитник передруг поддержал заявленное ходатайство, просил удовлетворить. Выяснил, что ранее Шевчук не имел возможности заявить данное ходатайство, поскольку не присутствовал представление нового протокола, полагает, что удовлетворение ходатайства не привлечет нарушение сроков рассмотрения дела. Судебное заседание представителя управления МВД России по городу Уфе Ермолаев оставил разрешение просто на усмотрение судьи, одновременно пояснив, что все доказательства собраны и находятся в городе Уфе. Согласно части 1 статьи 24.4 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайство, подлежащее обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. Просмотрев заявленное ходатайство, заслушав участников процесса, изучив оценив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему. По общему правилу, закрепленному в части 1 статьи 29.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. Вместе с тем, с учетом разъяснений, содержащихся в абзаце 6 подпункта З пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 24 марта 2005 года номер 5 о некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья вправе отказать в удовлетворении ходатайства указанного лица с учетом конкретных обстоятельств дела, если это необходимо для обеспечения баланса прав всех участников производства по делу об административном правонарушении или защиты публичных отношений, публичных интересов. Учитывая, что объектом административного правонарушения предусмотрено частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является общественное отношение в сфере обеспечения общественного порядка, общественной безопасности, в данном случае затрагиваются публичные интересы, а также, что удовлетворение ходатайства ведет к затягиванию процесса, полагая необходимым доказать его удовлетворение. Кроме того, Шевчук пользуется помощью квалифицированного защитника,
не лишен возможности участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференц-связи. Руководство статьей 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья определил удовлетворение ходатайства Шевчука Юрия Юлиановича о передаче дела по подведомственности стоимости в Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга отказать судья Егорова. Защита полагает, что в составах действиях Юрия Леонидовича Шевчука нет. В этой связи дело об административном правонарушении должно быть прекращено, соответственно, в связи с отсутствием состава административного правонарушения. А что, в частности, эксперты пояснили? Было проведено психолого-лингвистическая экспертиза, получено мнение специалистов о том, что в утверждениях, которые вменяются в спорном тексте, которые вменяются в вину моему доверителю, отсутствуют соответствующие психологические и лингвистические признаки дискредитации, порочной информации и так далее. Александр, мы правильно поняли, что обращение в Конституционный суд должно рассмотреться как бы с перерывом этого процесса? Пока что такое ходатайство не заявлено, оно будет заявлено в следующем судебном заседании. Мы будем просить суд, Советский районный суд города Уфы направить соответствующий запрос в Конституционный суд для проверки соответствия положения статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на соответствие положению Конституции. В таком случае производство по делу об административном правонарушении приостанавливается до того момента, когда суд, Конституционный суд Российской Федерации вынесет свое заключение. Да, он может принять запрос суда, рассмотреть его по существу, может вынести определение об отказе в рассмотрении этого дела. В любом случае этот вопрос будет изначально решать Советский районный суд. Усмотрит ли он основание для направления такого запроса, усмотрит ли он неконституционность в жалобном положении, либо не усмотрит. Александр, скажите, как повлияло дело об административной ответственности на концертную деятельность Юрия? Я в настоящий момент комментирую только дело об административном правонарушении, поскольку моя функция именно защита по настоящему делу. А подскажите, пожалуйста, какие вот точно правила в протоколе об административном правонарушении? Там достаточно большой текст. Текст состоит из двух фраз, из двух, скорее так скажем, различных текстов, которые соотнесены по времени очень по-разному. Один из них был сказан в начале концерта, другой текст был сказан спустя некоторое время. Из материалов дела не усматривается, через какое время конкретно. Эти два текста, судя по позиции полиции, имеют связанный характер. Но вот, я думаю, что в следующем судебном заседании будет озвучен текст протокола об административном правонарушении, и мы с вами имеем возможность с ним, получим возможность с ним знакомиться. А вот знаменитая фраза, которая сейчас везде в интернете, она присутствует? Она присутствует, в том числе в протоколе. Вы не обращались за комментариями к каким-то медицинским специалистам, то есть вот, соотношение частей тела и должностей в государстве? Нет, таких запросов не было. Сегодня состоялось первое заседание суда по делу Шевчука о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации в советском суде города Уфы. Честно говоря, заседание прошло очень неожиданно, потому что все предполагали, что судья Егорова отправит, согласно ходатайству защитника Шевчука, дело обратно в Санкт-Петербург, однако этого не случилось. Судья решила, что отправлять нет смысла, и рассматриваться дело будет в Уфе. Это первая сенсация. Второе неожиданное событие – это то, что адвокат Александр Передрук уже успел сделать лингвистическую экспертизу, которая говорит о том, что в высказываниях Юрия Леоновича Шевчука никаких порочащих вооруженные силы Российской Федерации высказываний не обнаружено. Однако пока решения по этой экспертизе нет, экспертиза приобщена к делу. Следующее заседание суда назначено на 16 августа 11:30 уфимского времени, здесь же, в Советском суде города Уфы. К сожалению, видимо, и судя по всему, больше видеосъемка разрешена на судебном заседании не будет, только на результативных частях, на выводах и решениях. Но мы будем следить за делом Юрия Шевчука. Оно разворачивается неожиданным образом. И, честно говоря, ни я, ни все, кто присутствовал на этом заседании, такого исхода сегодняшнего заседания не могли предсказать.